Еще весной в одной из квартир этого дома по улице Лежневской были убиты два человека. Пожилые мужчина и женщина проживали вместе. Преступников до сих пор разыскивают. Тела убитых были обезображены множеством колото-резанных ран. В телесном повреждении, шеи, туловище, и что явилось в конечном итоге причиной смерти потерпевших. И, естественно, следственным отделом было возбуждено уголовное дело. Комплекс всех необходимых следственных мероприятий выполнялся первоначально сразу же и сейчас выполняется. Но, к сожалению, до настоящего времени не обнаружены злоумышленники. Следствию известно, что преступников было двое – молодые мужчина и женщина. В результате расследования выяснилось, что они часто проводят время вместе. Отсюда следует, что преступники либо сожители, либо друзья. Имена этих злоумышленников являются Александр и Мария. Предполагаемые лица, совершившие преступление, обладают следующими признаками. Мужчина на вид 30-35 лет, среднего роста, около 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, имеются пролысины. Был одет в джемпер серого цвета вязаный. Женщина на вид 25 лет, рост около 160 сантиметров, худощавого или среднего телосложения, прямой нос, волосы черного цвета, предположительно это может являться париком, длина волос примерно до плеч, челка до уровня бровей. Была она одета в черные балоневые штаны. Что стало мотивом преступления, пока не ясно. Из квартиры погибших похищены только паспорта и сотовые телефоны. Фото робота девушки нет. Следствие убедительно просит всех, кто что-либо знает об этой преступной паре, сообщить в полицию или следственные органы. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.